Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Малорама. В этом выпуске мы поговорим о сериале «Клятва», а именно обсудим, когда начнется второй сезон. Турецкий сериал «Клятва» завоевал сердца многих зрителей. Это волшебная история про богатого парня Эмира и про обычную деревенскую девушку Райхан. У Райхан умирает мама, и она остается одна в этом мире. К ней приезжает знакомый мамы и делает ей предложение выйти замуж за его сына. Девушка не хочет соглашаться выходить замуж за человека, которого она совсем не знает. Но мужчина говорит, что он сомнительно болен, и это его последнее желание. Девушка выходит замуж за Эмира. Вот так и начинаются приключения нашей дорогой пары. Когда начнется второй сезон турецкого сериала «Клятва»? Наш сериал сделает сезон финала 31 мая на 70-й серии. Съемки нового сезона начнутся в августе этого года. Согласитесь, нашим любимым актерам ведь тоже нужно отдыхать. Все лето мы будем пересматривать любимые моменты и предполагать, что же нам стоит ждать от нового сезона. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ведь впереди много интересных выпусков. До скорых встреч!